7 декабря в детской библиотеке для воспитанников центра «Солнышко» прошел литературный час. Дети познакомились с биографией автора, с его книгами, которые открывают удивительный мир добра и любви. Ребята с азартом участвовали в викторине, а затем посмотрели мультфильм «Зима в Простоквашино». Ребята показали хорошие знания произведений автора и пообещали прийти к нам в детскую библиотеку за книгами доброго писателя. Мне все понравилось. Особенно понравилось, ну, как они... как удивился дядя Печкин, что там и там показывают. В завершении встречи ребятам подарили раскраски с героями сказок Эдуарда Успенского.